снова призраки. На этом видео парень спит с открытым окном. Легкий ветер слегка обдувает его и колышет шторы. Если присмотреться к окну, то к нему подходит какой-то существо. Затем оно проникает в дом. Маленький мальчик играл с магнитиками на холодильнике. Через мгновение этот мальчик сильно напугается и убежит прочь. При просмотре следующего видео у меня аж мурашки пробежали по коже. Дело происходит в детской комнате в ночное время. И мы видим, как маленький мальчик пытается перелезть через спинку кровати. А дальше происходит то, что не поддается никакому объяснению. В этом видео дайвер снимал красоту подводного мира. Кораллы и рыбок, плавающих неподалеку. А вот что еще ему попалось на камеру. Американская программа, которая посвящена выживанию на природе. Она идет по телевидению. Ведущий объясняет мне, как выжить в экстремальных условиях, как развести костер, что можно есть, а что нет. Просматривая по телеку эту передачу, один из зрителей заметил, что позади ведущего движется кто-то огромный и черный. Он сразу подумал, что это Йети. Он снял это видео с экрана телевизора и выложил это в интернет. Ну и напоследок видео, которое сняли ребята с канала Host Bastards в морге. Похуй, пошли, пойдем, все нормально. Все, просто идем, спокойно, спокойно. Все, все, все хорошо. Все, мы просто идем, и все. Просто ебнулась штукатурка, еще что-то. Тихо, что это? Это откуда? Было. Ты слышал? Я знаю, что я тут не слышу. Охренеть. Охренеть, это просто, это обосраться же. Пойдем, на какой выход. Идем, идем, мы уже вот оно, около вестибюля. О!
Тихо, стой. Стой, я туда не пойду обратно. Стой. Ты видел, что там, блядь, было-то? И что? А ты сзади видел, что? Что это было? Ты видел провода? Охереть. Это что было? Зачем мы сюда пошли, скажи мне? Просто зачем мы сюда пошли? Идем. Я же говорю, сразу туда идти надо. Это что? Охуеть! Боли! Стой, не спеши! Я тебя умоляю, ты видел эту херню? Очень похоже на постанову, но, блин, это действительно интересно. А вы что думаете по этому поводу?